Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова Великий и Могучий, проект о русском языке с региональным акцентом. На экране вы видите город Киров. Отсюда открывается прекрасный вид вверх по улице Николаевской, то есть по улице Ленина. Это ее современное название. Прямо напротив дом Луки Никитина, построенный еще в 1813 году. Правда, далеко не все жители нашего города знают о 200-летней истории дома. Зато многие назначают встречи под часами у стрелки, хотя самих часов на доме уже нет, их сняли, когда ремонтировали фасад. Название самое верное летописцам. Многие кировчане до сих пор ориентируются в городе по названиям объектов, которых сейчас уже не отыскать на карте. Например, в прошлом остались кинотеатр «Победа» и сквер «Алые паруса». Сейчас на месте сквера огромная новостройка, а мы все так же говорим «погуляем у алых парусов». Язык, как гибкая система, отражает все перемены, которые происходят в реальности, фиксирует в себе все наши бытовые привычки. Кстати, о привычках. Попробую рассказать, как кировчане ведут себя в неформальной обстановке. Это поможет вам избежать казусов, если вы приедете в Кировскую область в гости. Начнем с приветствия. Как показать другу или ровеснику, что ты рад его видеть? Сказать «Привет», «Здорово», «Здравствуй». Еще можно помахать рукой или обняться, если вы хорошо знаете человека. И это приемлемо для обоих. Мужчины жмут друг другу руку. Это принято делать без перчатки. Коллеге или человеку старшего возраста мы говорим «Здравствуйте». Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от времени дня. Еще можно сказать «Приветствую вас». Как начать диалог? Для тех, кто уже знаком между собой, это несложно. Можно спросить, как дела. Не переживайте, что ответ на этот вопрос будет слишком длинным. Это вопрос-индикатор. Мы задаем его, чтобы понять, настроен ли собеседник на дальнейшее общение, в каком он расположении духа. А еще это способ проявить дежурную вежливость. Вот пример обычного разговора на улице. «Привет! Рад тебя видеть! Здравствуй, давно не виделись. Отлично выглядишь. Благодарю. А как твои дела? У меня все хорошо. Выдалось свободное время. Гуляю». Сразу понятно, что собеседник не против компании и готов продолжить разговор. А теперь отправимся в гости. Представим, что замерзли на прогулке и вас пригласили согреться горячим чаем. Нужно запомнить несколько простых правил вежливости. Правила вежливости в гостях. Не приходите в гости с пустыми руками. По традиции гость приносит с собой какое-то угощение к чаю. Это может быть, например, торт, пирожное или коробка конфет. Поход в гости – важное событие. У нас принято приходить к знакомым в полном параде. Русские вообще очень любят наряжаться и прихорашиваться. Но и прийти в обычной одежде можно, например, к лучшему другу. На то он и друг, что примет вас в любом виде. В России не принято ходить по дому в уличной обуви. Снимайте обувь, когда заходите в чей-то дом. Скорее всего, хозяева дадут вам тапочки. В доме лучше не насвистывать. Есть такая примета, что свист в квартире приводит к финансовым потерям. Проще говоря, не свисти, денег не будет. Не отказывайтесь от еды, которую вам предлагают за столом. Если вы не голодны, можно просто попробовать и обязательно поблагодарить. После чаепития нужно поблагодарить хозяев и спросить, нужна ли им помощь, чтобы убрать со стола. Прощаясь, обязательно пригласите друзей прийти к ним с ответным визитом. Еще советую запомнить замечательное русское слово «чаевничать». «Чаевничать» значит проводить время за чаепитием. Чаепитие в России совсем не то, что таинственная и размеренная чайная церемония в Китае или в Японии. У нас в центре внимания не сам чай, а закуски, которые подаются к чаю. Восточные традиции чаепития направлены на то, чтобы направить мысли человека на изучение собственного внутреннего мира. Чаепитие в России – это вкусная еда, задушевные разговоры, особая дружеская атмосфера, чувство покоя и безопасности. Символ традиционного русского чаепития – самовар. Сейчас его уже не используют, но раньше самовар в центре стола считался символом благополучной и дружной семьи. Кстати, самым популярным чаем в России считается черный чай. Хотя в последние годы можно и найти абсолютно любой сорт чая. А среди молодежи набирает популярность кофе.
Чаепитие в русской семье происходит либо после основного приема пищи вместо десерта, либо как отдельный прием пищи. Запомните несколько фраз, которые пригодятся вам во время чаепития. Я люблю пить чай с 2 ложками сахара. Без сахара, с лимоном, с молоком. Пожалуйста, передайте мне сахарницу. Я не люблю чай, налейте мне кофе, пожалуйста. Сегодня бабушка напекла пирожков к чаю, а мама купила пирожные. Кстати, жители Кировской области любят пить чай не меньше, чем наши соседи из других регионов. Кировская писательница Ирина Краева даже написала книгу «Чаепитие с пяткой». Это сборник веселых рассказов для детей. Если читать эти рассказы в дождливый день, на душе станет обязательно радостно. Вот такой рецепт хорошего настроения. А рецепты традиционной вязкой кухни собирает кировчанка Мария Саврова. Она уже написала 2 кулинарные книги. Там есть семейные рецепты и блюда, которые посоветовали приготовить читатели. Рекомендую прочитать эти книги, и тогда вы точно соберетесь чаевничать. А теперь небольшое домашнее задание. Составьте небольшой рассказ на тему «Традиции чаепития в моей семье». Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.